В прошлом году сразу три руководителя разного уровня покинули организацию, уволились по собственному желанию, потому что им создали такие условия в организации, что они вынуждены были уйти. Где-то в августе месяце он начал уже как бы прессовать, ну если по-русски сказать, прессовать начал меня. То есть начал уже выводить на такой уровень, чтобы я тоже уволился. Но я человек не такой, я в этом плане сам увольняться не буду. Потому что я считаю, что нужно бороться с самоуправством до конца, всеми доступными мерами.